переносим внимание внутрь. Мы как бы уже начинаем маститься на коврике, но сейчас не в статике, у нас никогда не происходит полная статика. Потому что даже когда мы какую-то одну форму фиксируем, у нас внутри всегда происходит движение. Вот мини-движение на уровне внутренних мышц, но мы хотим вот там себе найти максимально комфортное положение. Поэтому если внешне кажется, что мы замерли, на самом деле мы все время, вот статика – это динамическое равновесие. Напряжение с плечей, шеи, как бы опускаем вниз, заполняя массой таз. Подтягиваем тазовое дно, слегка, пока на 10-15%. Это не про перенапряжение, про просто отстройка некой вертикали. Чуть-чуть собрали тазовое дно, слегка подтянули живот и почувствовали, как нижние ребра еще приподнялись. И еще довытянули за макушкой вверх. Слегка растолкнули ребра, представили, что пулевые воздушные шарики у нас, и встряхнули плечи. То есть теперь на плечами, если я создала внутреннюю опору, мне плечами не нужно удерживать вертикаль. И сейчас вниманием сканируем тело, так же, как вчера, в начале занятия, после. Куда тело стягивает внимание в первую очередь? Какое место в теле самое громкое? Рационализируя, не пытаясь его найти, оно и так кричит. Вопрос просто постараться из тишины его заметить. Вот что в теле ощущается больше всего? Какая зона в теле, часть или, возможно, какая-то триггерная точка? Это некие ощущения дискомфорта, напряжения. Просто отметили. Сейчас мы не пытаемся никаких цепочек причинно-следственной связи создать. Теперь находим в теле, уже находим самое приятное место, где как будто проще всего дышится, расправленнее, просторнее. Это зона в теле, часть тела. Тут уже немножко сложнее, потому что приятные места не так громко разговаривают. Вам и так хорошо. Там не нужно, чтобы. Заметили. И теперь находим через слепую зону. Если так, то можно найти это нормально. Решение. Мы вступаем в поиски. Это та зона в теле, часть тела, которая точно есть, мы знаем. Но мы ее физически никак не ощущаем. Как больно, не как приятно. Еще на область грудной клетки, там под ребрами, положение грудной клетки, когда вы
центральные мышцы промежности, тазовое дно, подтянули живот, заехали летом внимание, как некая точка сборки между верхом и низом. Опустив подбородок за макушкой, до вытянулись вверх, и языком уперлись под зубки, как бы усилив для пранаям верхний замок. И дышим сейчас по лопате, резкие выдохи, и стараемся прям настолько резко и активно выдыхать, чтобы мы каждый раз на выдохе чувствовали, как у нас подтягивается. Еще раз внимание, прошлись вдоль оси, потянули тазовое дно, зафиксировали вниманием центр, слегка растолкнув ребра, за макушкой до выроста вверх, делаем длинный глубокий вдох и задержка дыхания на вдох. Вдох. И здесь на задержке дыхания внимательно прошлись по телу. Чем мы держим вертикаль? Постарайтесь сейчас подтянуть живот, собрать тазовое дно и сильно-сильно создать распорочку изнутри, прям растолкнуть ребра. Помните, мы когда поместили воздушный шарик, вот он набирает, набирает под ребрами от ребра. И убрать напряжение с ключей, прям слегка вдернуть плечи, там нам не нужно каких-то напряжений, мы опору и так создали изнутри. Весь объем воздуха вот здесь, в области грудной клетки. Это целый шарик, который распирает изнутри, и нам не нужно мышцами уже удерживать вертикаль. Уберите напряжение с лица, глаза закрыты, но мы их не уберем. Убираем складочку между бровей, избавляйтесь от ненужного напряжения. Слегка довыдохните нижние ребра так, чтобы освободить резервный воздух с нижних отделов легких. Чуть-чуть продлить задержку дыхания. И делаем длинный, плавный выдох через голосовую щель, как бы контролируя. Спокойный вдох-выдох. Мы еще раз внимание зацепились за центр. Как бы собрали пупок, потянули к позвоночнику и заякорили там наше внимание. Теперь переходим в положение кошки. Мы начнем с кошки.